Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, и у нас сегодня выходит реально необычный выпуск. Я вам постоянно говорю о том, что выпуск-то у нас, ребята, необычный, но обычно они обычные, а? А, о, как я мог, а, как я могу сказануть, да? Ну, а сегодня у нас будет реально необычный. Это именно по той причине, что, блин, роллинг-то будет, видео будет без моего, ребята, лица. Да, я решил на этом видео не париться под софтбоксами. Думаю, я возьму вот так вот с пацанами, девчонками, поговорю, короче, и все у нас будет хорошо. Ну а вы рассказывайте в комментариях, ставьте лайк или дизлайк, и давайте выражайте-то свое мнение, типа, как вам это, может быть, мое лицо и нахер-то не надо, а? А, ребят! Как вы думаете, а? Ну чё, ну чё, ну ну ну. Так, ладно, ребят, короче, жду от вас комментариев. Решил вам реально записать необычный выпуск. У нас роллинг, наемный убийца. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Мирон, 559 тысяч силы. Сука, это так необычно. Вот вроде я так же само корчу рожи, но при этом понимаю, что меня никто не увидит. 73 тысячи, ребят, 73 тысячи самоцветов, статичная картинка, вообще ничего не двигается. Это же битва замков. Гильдия под названием «Лунный свет», атака фортов 2021, битва гильдии 0, кика, вступить в WhatsApp-чик, номерочки у вас, ребята, все на экране, да, так что, если что, ну вы знаете, что делать, да, ребят, все будет хорошо, замечательно, мир, дружба, труселя. Так, окей, подожди, что там с донатиком было, опа, стой, так. Ага, 2 миллиона 200... О, это серьезный аккаунт, а почему тогда только 559 тысяч силы? Может быть, когда-нибудь давно донатил, а вот сейчас перестал. Так, что у нас по ништякам? Ой, ёб твою мать, ёб твою... Ой, окей, понятно. Понятно, друзья, все понятно. Дальше, что у нас получается? Я не знаю, что у нас получается... Так, мне непривычно, я сижу и понимаю, что вы меня не видите. Ладно, 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 ребят, не суть. Нет, я все равно не включу вебку. А, какие у нас недостающие герои? У нас их фанатик, мастер, ну, мастер рун, кровавая Мэри, темный колдун, механоид Альфа, королева Ос, что это, мисс Магия. Леди Божество, Берсерк, вот, Пепельная Матрона. Дальше у нас что тут? Скиталец, да-да-да-да-да-да. Скиталец у нас тут, Динамо. Окей, понятно. Так, ну что, на, еще сегодня мы будем ролить созвездие. Ну, то есть, опа, укротитель. То есть, 50 тысяч самоцветов на героев. И непосредственно 25 тысяч, да, ну, о, оккультист, ну, короче, 25 тысяч самоцветов, о, Фрея, 25, о, ведьма, 25 тысяч самоцветов у нас, когда останется, пойдем рулить созвездие Зефирику, там еще кто-то, Космо, что ли, вот, Суккуб, о, хранитель, так, дальше, что у нас тут получается, ну-ка, 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 снайпер, призрачный всадник, окей, не останавливаемся. Командора, рыцарь тьмы, ведьма, эй, так, эпик, эпик, давай, там, эпика, что ли, нам, Купидон, мисс Магию, давай, паладин, фея, ну, что-то как-то это, ну, что так, укротитель, инженер, оборотень, эй, бугимен, рыцарь тьмы, триант, где нормальные герои, или что, без моего лица небритого, тут что, герои падать не будут, я не понимаю. Это вообще как? Это вообще к чему? Для чего? От чего? Для кого? Вообще? Что такое? Где герои? Давай, это, мисс Магия, мастер рун, приди, ёпта. Вот, эпический герой, приди, причем донатный. Давай сразу донатный. Ну а что? Ну а можно Кэнди, окей, инженер, циклоп. Давай, ну ты что, не оставай. Кто-то там выпал, я не заметил кто. Ну справа я видел там какое-то говно, вот. А вот, ребятушки, слева, точнее, видел, а вот справа не видел, но, судя по всему, какая-то херобора. Ну, давай дальше, ну, давай, не останавливаемся. Кристаллический бугимен, ну, который раз ты уже падаешь, Атлантикор, Капитан Дрейк, это какое-то издевательство. Слушай, последний ролик вроде тоже был не особо удачный, да вы и не посмотрели, да вы и княжеский лайк не поставили. Капитан Дрейк, Миша,
Миша, Тесса, гигант с холма, капитан Дрейк, оборотень, ну шо ты, да давай, братиша, ну буквально осталось того. Слушай, а реально вообще ничего не упало, а? Человек столько ждал роллинг и нихера не упало. Да, кстати, ребята, если хотите, чтобы я вам паролил на аккаунте, но я надеюсь, более удачно, чем сейчас, то оставляйте заявочки, там есть ссылочка в описании, заявки на роллинг прям так и называется, от 50 тысяч самоцветов ролю. Ну и правда, когда заявку будете оставлять, позаботьтесь, чтобы у вас личка ВКонтакте была открыта. Ну давай, ладно, еще тыщенку, два раза вот так вот бьем и ничего не выбиваем. Это просто полная жесть. Просто, я не знаю, головой с моста. Ладно, пошли тогда ролить ребят созвездия. Сейчас возьмем на ролим созвездия. Так, что нам? Кому нам первое? Так, Зефирик, вот, Зефирик. Если Зефирику выбьем точность по красоте, то потом уже идем, потом идем ролить Космо. Ой, ёб твою, как тут все грустно. Так, тут вообще точности нет, а, ну то есть тут по полной программе, да, вот просто берем вот так вот и начинаем ролить, да, ребят? Просто не останавливаемся, пятой точности нету. Но вот уклонение, вот это я понимаю, сука, закон подлости. Когда тебе надо уклонение, хер упадет. Когда тебе надо точность, первым выпадает уклонение. Айджи, вы вообще, вы что, мои мысли читаете? Вы прям сразу определяете, какие созвездия я хочу собрать на героя. Да, это звучит странно, но я именно таким образом зевнул. Вы пишите в комментариях, если зевнули вместе со мной, точнее после меня. Не останавливаемся, жизнь. Так, вторая точность, давай дальше. Еще точность, слушай. Ой, слушай, тут ёб твою дивизию. Ну, мы, вот как бы точность не уклон, да? Давай, ну вот сейчас, надеюсь, мы быстро выбьем. Жизнь, нет. Давай, дружище. Просто изи. Просто изи, друзья. Ну ладно, пошли тогда ролить Космо. Космо, он хотел уклоны, да? Ну тут как бы тоже, в принципе, ой, тут вообще на самом деле все замечательно. Ну давай, по идее, нам тут надо просто уклон выбить. Слушай, вот это прет. Ну хотя вот сейчас, конечно, лучше не каркать, потому что сейчас-то мы ролим не точность, да, и там и не урон, а мы ролим уклон. За 450, и он может не упасть, понимаешь, в чем проблема? Он может взять и, скажем так, не упасть. Может взять и не упасть. Давай, ну и чё, и где ты, ну и для чего, как, от чего, почему, что за херня? Давай, дружище, ну не останавливайся, ну давай, пожалуйста. Пожалуйста, давай точность пятую, ой, уклонение, точность не надо пятое, уклонение, дай по-братски, по-пацански, вот, от души в душу, дай, в душ схожу, если дашь пятое уклонение, дай пятое уклонение, сука ты такая, а, ну дай ты пятое уклонение, ну будь ты, сука, человеком, если ты человек, дай пятое уклонение. Ну и даже если ты не человек, дай пятое уклонение. Нет, ну просто ему насрать, он не дает. Подожди, скидки есть? Сметалант, о, смена созвездия. У нас есть скидки, пришло время этой скидкой, скажем так, воспользоваться, друзья. Не забываем, что у нас еще впереди. Что? Правильно, ништяки. Так, созвездие. Окей, так, давай, 360. Дай уклон, падла. Ну, падла же, ну посмотри на это. Или тут проклятие, знаете, как на моем аккаунте основном, что я не могу... ну, первый раз с таким сталкиваюсь, что я не могу взять и выбить, грубо говоря, уклонение. То есть для мисс магии. Тоже по 450 там ролите, оно уже не падает. Я всрал где-то больше, не знаю, 100 тысяч самоцветов, что ли. Давай! Нет, просто... 2000 самоцветов осталось. Ну, это как бы... Не, ну, ладно, тут тоже ныть, наверное, не стоит, потому что, извини меня, мы с нуля созвездия собрали Зефирику. Да, мы как бы... А, все, я не могу больше. Ну да, типа, вот четвертое уклонение выбили. Ну, это...
Ну, это как бы совсем такое, друзья. Ладно, давай откроем карточки, посмотрим, что оттуда вообще выпадет. Что нам ждать-то оттуда? Откроем ништяки, вы там писали в комментариях. Открывай ништяки все. Базара ноль, друзья. Вот, смотрите, сейчас книжечки все возьмем, откроем. Открываются. Вот, как бы... Смотри, вот ты на книжке внимательно смотри, а я тебя попытаюсь загипнотизировать. Вот, ты берешь, на книжке смотришь, и такой... Твои глаза медленно начинают закрываться. Твои веки становятся очень тяжелыми. Смотри, как открываются сундуки. Ты постепенно теряешь власть над собой. Да, ты больше не можешь управлять своим разумом и телом. Теперь я твой хозяин. Призываю тебя, мой раб, поставить лайк и подписаться на канал. А еще взять, оформить спонсорскую подписку. И не за 50 рублей, а хотя бы за 250 рублей. Ты не подвластен себе, ты не можешь сопротивляться моим желаниям. Поставь лайк, подпишись на канал и оформи платную подписку. А еще пришли 10 тысяч рублей на Donation Alert. И приди сегодня вечером на стрим по битве замков. Буду рад. А завтра жду тебя на стриме по GTA RP. Вместе сходим с ума. Открываю сундуки. На счет 3. Тебе вернется разум и власть над своим телом. Раз, два. А, и ты ничего не вспомнишь. То, о чем я тебе говорил. Раз, два, три. Вот такие вот дела. Я тут пока сижу, зеваю, открываю вам ништяки. Вот для вас стараюсь, ребята, ни в чем. Вот просто не отказываю ни в чем. Просто типа, хотите, чтобы я открывал ништяки? Открываю вообще, ну, по-братски, да. За недорого просто. Тебе что, лайк поставил, и все нормально, ну. Вот, я же это, я лайки кушаю, лайками за квартиру плачу. Я человек лайк. Я единственный человек в этой вселенной, который научился продавать лайки, которые вы ставите. А нет, херня, я шучу. Точнее, я пиздоболю сейчас. Несу хуйню полную. Но, ребята, ну вы чё? Все же хорошо. Мы сидим с вами вот так вот, открываем всякую ерунду. Вы смотрите на это и кайфуете. Но, тем не менее, конечно, роллинг, сука, паршивый, как мое говно в туалете, ёб твою дивизию. Хотя, знаете, для многих, конечно, говно малины пахнет, ну а что тут поделаешь, дружище? Так, порочный пакт выбиваем, тут у нас как бы опачки-опачки, да? Тут у нас, ну, неинтересно, отсюда мастер-рун не выпадет, а вот отсюда мастер-рун выпадет. Давай-ка откроем, ну-ка давай посмотрим. И, конечно же, он не выпал, да? Ну, кстати, вот на яйце вспомните... А вспомните, друзья, ситуацию, когда я взял и просто с одной карточки на стриме взял и выбил. Взял и выбил просто мастера рун на бездонатном аккаунте. Ну, кто здесь папа, кто здесь профессионал? А, ребят, Так что вот задумайтесь об этом. Просто возьмите, ребята, и задумайтесь. Так, тут у нас тоже ништяки, мы не останавливаемся, мы открываем. Короче, роллинг получился говно. Я не знаю, как отдавать аккаунт хозяину обратно, но даже залупа полная. Вот это то чувство, когда мне стыдно, сука. Ну, как бы с другой стороны, если адекватно рассуждать, то мы, конечно, поймем тот факт, что как бы, блядь, ну от меня мало что зависит, я просто исполнитель, у меня просто мозоль на пальце. Я тыркаю пальцем по мышке, и происходят, ребята, чудеса. Прям просто произведение искусства, не докопаться. Ладно, давай посмотрим, что отсюда выпадет. И что-то меня в сон клонит. А мне еще стримить. Вот сейчас я это видео запишу, поставлю его монтироваться, рендериться.
И пойду, наверное, пойду заварю себе кофейка. Как выпью его. А как сербать буду. Вы себе не представляете, ребята. Вот, если у вас тут нету кофейка под рукой, просто берете и завариваете. Так, выбили Леди Божество, Барда и Кровавую Мэри. И, кстати говоря, друзья, какие-то из них есть недостающие, да? Ну, Леди Божество вроде точно не хватало. Даже мы еще и дуэлянта, что ли, выбили? Серьезно? О, Кровавую Мэри не было. А Леди Божество? И Леди Божество не было? А чё, Бард был вообще? А Бард был, слушай, ну, как бы хотя бы не выпали все дуэлянты. Слушай, ну, хотя бы с этих донатных карточек повезло. Ну и давайте, тех, кто досмотрел до конца, вот, вам маленький бонус. Ну, как бонус, я просто камеру включу, да, без света, в желтой майке вам помахаю рукой. Вот, кому понравился ролик, не забудьте своей рукой поставить лайк, подписаться. Всем пока.